Привет, друзья! Сейчас вы увидите и услышите в моем новом музыкальном ролике мою версию 12-тактового блюза. Что такое блюз в ясном понимании меломанов и любителей музыки? Ну, во-первых, это слово английского происхождения от сочетания двух слов «blue devils», то есть «уныние», «хандра». И, во-вторых, по своему характеру это вид афроамериканской, светской, в основном вокальной музыки. Зародился блюз в афроамериканских кварталах крупных городов в Америке в конце XIX века. Позже этот музыкальный стиль получил широкое распространение как в джазовой музыке, так и в современной танцевальной музыке. В 40-х годах этот ритм, его называли «rhythm and blues» или «R&B», а также значительно позже появился «электроблюз», «вестсайд блюз», «весткост блюз», «чикагский блюз» и так далее. То есть много всякого разного от блюза. Актуальным остается также течение «блюз-рок». Это такой гибридный музыкальный жанр, разновидность рок-музыки, объединяющий элементы стилей блюза и рока. В основном инструмент здесь – это ведущая электрогитара. Ну вот, вкратце о блюзе все. Теперь еще вот что. В этом видео я впервые позиционирую себя в игре на трех музыкальных инструментах. Это губная гармоника, клавишный и саксофон. Разумеется, все это я сам сыграл и сделал звукозапись. Так что приятного всем вам просмотра. Лето в разгаре, начались отпуска, и у кого они предстоят, всем вам желаю удачного отдыха. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. И я всегда регулярно по вторникам и пятницам буду стараться радовать всех вас своими новыми музыкальными фильмами. Пока, друзья, и смотрим «Ночной блюз». Именно так я назвал свою версию стандартного 12-тактного блюза. Пожалуйста.